Веселые старты для людей с ограниченными возможностями прошли сегодня в городе текстильщиков. Главной целью мероприятия стало формирование положительной мотивации к ведению здорового образа жизни, развитию ловкости и выносливости, а также обучение практическим упражнениям, помогающим заботиться о своем здоревье. В играх приняли участие две команды – представители обществ инвалидов Великого Устюга и Красавино. Участники с радостью проходили конкурс за конкурсом, набирая нужные для победы очки. Организаторы приготовили несколько туров, в которых были как физические, так и интеллектуальные задания. Весело, интересно, смешно, но мало народу, конечно, пришло. Как думаете, какая команда выиграет, ваша или соперников? Или все-таки дружба победит? Дружба победит. Конкурс за конкурсом, тур за туром участники соревнований приближались все ближе и ближе к финалу. До последнего каждая команда вкладывала все свои силы и умения в победный рывок. Для каждого из этих людей участие в веселых стартах уже победа и огромный праздник. Мне понравилась их сплоченность, их желание победе. Я думаю, таких, как мы, участников сегодняшних соревнований, получится в жизни все. А мы сделаем для этого все самое возможное. Я искренне вас поздравляю с сегодняшним праздником. Я считаю, что этот праздник не только для нас всех присутствующих, в первую очередь для вас, потому что вы сегодня себя почувствовали здоровее, красивее и веселее. По результатам трех туров соревнований команда города Красавино вырвалась вперед, набрав больше очков, чем их соперники из Великого Устюга. Но несмотря на это, все участники получили призы и памятные подарки. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.